Всем доброго дня, девушки, рада всех приветствовать у нас в павильоне 21-120, рынок садовод. Мы сегодня снова встречаемся с Натальей, и мы продолжаем наши обзоры, наши новинки. Сегодня я вот в таком вот летнем легком костюме юбочном. Есть варианты, я надела на себя рубашечную, эту рубашку можно на распуск. Я вам сейчас покажу варианты. Такая моделька стоит 5500. Смотрите, как он смотрится. Легкий, воздушный. Ткань сверху хлопок тоненький. И подклад тут вискоза. В общем, все ткани натуральные. И, конечно же, покажу расцветки. Смотрите, вот такая сочная горчичка. Затем у нас есть зелененький. В чем плюс? Видите, тут рубашечка декорирована красивыми пуговками, где вы можете легко играть с разными цветами обуви, к примеру. Смотрите, зелененький, горчица, как мне приятный розовый. И еще есть беленький, очень нарядный, очень красивый. Также пуговки разные. Затем эти модели у нас еще есть. Ой, извиняюсь, еще у нас есть черненький. Черненький вообще смотрится эффектно. Многие девушки любят черный. Несмотря на то, что тут рукав длинный, эта одежда очень тоненькая. Также можно закатить и носить как рубашку. Смотрите. Это хлопочек, девушки. Ткани все натуральные. Также я вам покажу эту модель немножечко в другом варианте. Она уже с капюшоном. Рубашка более объемная. То есть на мне рубашечка до 50, которая с капюшоном до 52. Горчичка. Также вот такой вот зелененький у нас есть. Еще тут у нас имеется оранжевый. Извините, не знаю, где рубашка. Где-то рядом. Ну, чтобы вы имели в виду, что есть цвет оранжевый. И вот такой вот бирюзовый. Очень хорошая расцветка. Всегда смотрится красиво и на светленькой, и на темненькой девушке. Есть вот такой вот черный в таком же варианте. Девушки, нашла рубашку. Смотрите, вот такая вот будет рубашечка. Это от того комплекта. Тоже интересная расцветка. Сочная оранжевая апельсинка. Беленький у нас также имеется в капюшоне. Обратите внимание, вот такой получится комплект. Очень хорошо на каждый день в жарких районах. Очень хорошо для тех, кто едет на отдых в жаркие страны, где желательно закрыть рукав полностью, руку, то есть полностью, чтобы не обгореть. И еще последняя расцветочка, темно-синий. Это уже рубашечки, тоже всегда богатый, красивый цвет. Думаю, любая девушка себе сможет подобрать такой образ. Штучно 5500 костюмы. Привлекаю оптовиков. У нас оптовый павильон, девушки. Мы напрямую работаем с Китаем. Товар у нас привозится с Китая. Работаем в Гуанчжоу, Пекин. Работаем напрямую, поскольку шеф у нас находится в Китае. И мы, соответственно, выбираем с ним товар, карго и все сюда привозим. Цены у нас очень хорошие, приемлемые. Поэтому оптовики, добро пожаловать! Как мы производим отправки? Отправки любые компании, ПСД, почты, кому как удобно. Каждый выбирает способ доставки. Теперь по поводу общения со мной. Мой номер телефона будет на экране. Меня зовут Светлана. Наш павильон 21-120. Все спрашивают, где мы на садоводе. И также Телеграм. В Телеграме вы просматриваете все мои фотографии, весь наш товар, что-то я показываю на себе, что-то выставляю на фото, потому что все количество нереально показать на себе. Не могу я все перемерять, времени нет, надо еще работать с вами, дорогие оптовики. Девчонки, хочу вам показать вот такую вот новиночку. Многие, кто знает эту модельку, джинсы тоненькие, хорошие. Они у нас в двух цветах. Синенький, серенький, размер до 52, не больше. И я вот ее собрала с вот такой вот футболочкой. Смотрите, есть как черный и светленький. Футболочка, легкая вискоза, интересная такая ткань. Она вообще невесомая, не жаркая. Цена штучно 3500, брючки до 52, так же как и футболка. Ну, носим, соответственно, от 46-го. На опт у нас эти вещи есть. И еще плюс. Мы заказали в двух вариантах. Здесь уже можно скомбинировать, допустим, с другой футболкой, любой другой рубашкой коричневой. Тоже будет очень красиво, очень эффектно. Поэтому, девчонки, для заказа
вы напишите мне. Мой номер вы увидите на экране. И, конечно же, номер павильона. Меня зовут Светлана, с кем мы будем впервые знакомы. Ну а сейчас, девушки, я вам хочу показать наши куртки. Вот такая вот модель ветровки, девушки. Сейчас я достала модельку без принта. Она также у нас бывает с принтом. Макдональдс. Модель тут из ткани жатка, плюс сеточка. Трактор замок большой. Сейчас надену на себя. От 46 до 56. Очень просторная, интересная куртка. Мы ее заказали на повторе. Здесь все регулируется. Смотрите, как эффектно это все красиво смотрится. Девушки, которые любят одеваться стильно, 5500 такая моделька. Добро пожаловать. На опыт, конечно, девчонки есть. Также я хочу вам предложить к этому образу вот такие вот наши футболки. То есть вот эта вот моделька, лицо я ее называю, она есть в белом, черном. То, что я сейчас буду показывать, это все в белом, черном. Тут размеры все до 56-го. Вот такая вот моделечка. Кто-то листает, может быть, кто-то перелистывает, кто-то внимательно меня слушает, тот сразу поймет. То есть я больше, конечно, говорю для оптовиков, чтобы были внимательны. В каждой этой модельке есть белый-черный цвет. Для опта у нас тоже очень хорошая цена, поэтому, девушки, спешите для заказа. Теперь хочу я вам показать наши модельки из эко-кожи. Сразу начнем с наших хлястиков. Вот они, хлястики. Моделька у нас в двух цветах в этот раз. Молочный и черный. Штучно 4500. Вот такие вот у них черные насыщенные цвета, девушки. Эко-кожа очень мягкая. Она комфортная. Ее можно носить все лето. Поэтому как бы без курточки, верхней одежды никак не обойтись. Цена штучно 4500. В данном случае эта модель до 56-го. На опт у нас также имеется. Сейчас я вам покажу много-много моделей, которые мы получили. И каждая для себя будет выбирать. Вот это, к примеру, модель. Она у нас была с леопардом, остался теперь уже в черном цвете. Комбинированная с хорошим трикотажем. Модель рубашечного кроя. Смотрите, тут она на клепочках. Все очень красиво смотрится. И по низу регулируется кулиска. Это модель до 56 размера. К примеру, вот такая у нас в этот раз получила. Получили мы ее в четырех расцветках. Капучино, беж, черный. Я сама себе такое оставила черное, поскольку мне светло есть. Сейчас я на себя надела эмочку, самый маленький. Вот. Но XL будет очень отлично. Здесь рукав, девчоночки, чуть-чуть укороченный. Поэтому это летняя такая легкая, хорошая куртка. И вот беж, чтобы вы посмотрели. Молочку черную вы уже видели. Моделька очень красивая, стильная. Дамы здесь до 50-го. 56 тут нет. Вот. А которые 56-е, я показала, они ничем не хуже смотрятся. Тоже красивые. А вот это вот новинка у нас. В тот раз не было, мне она понравилась. Решили заказать. Вот такая вот беленькая курточка. Она в двух цветах, черный-белый. Хороший хлопковый капюшон у нас трикотажный. И смотрите, как модель смотрится. Тут L-ка, средний размер. Модель тут уже до 52. Закрытый карманчик. Все это стирается в машинке, девушки. Прекрасно все себя ведет. До 30 градусов можно, конечно. Смотрите, как по спинке. Тоже красивая модель. Дальше, что хочу показать. У нас есть моделька с другим капюшоном. И она в трех цветах. Модель уже другая. Посмотрите, она более длинная. Накладные карманы. Те, кто с ней работал, с этой моделью, очень она всем понравилась. Цвета капюшонов коричневый, красненький и черный. Здесь по длине рукав полный, закрывается паховая зона. Тут модели уже до 54 размера. И, конечно же, наши любимые бомбера. Мы их уже получили второй раз. Она мне очень понравилась, эта модель. Стильная, интересная, которая рубашечная не по-своему смотрится. Очень эффектная, красивая моделька. И она есть же также в черном цвете. Еще в чем плюс до 56-го. Не прелесть ли? Вот так вот смотрятся эти модельки. Девчонки, спешите заказать. На опт линейки не бьем. Сразу говорю, штучно 4500. Те, кто хочет у нас закупиться, то есть одну М-ку, ту XL-ку мы так не делаем.
И вот это последняя моделечка, я вам покажу, чтобы вы посмотрели. Это новинка. Она мне также понравилась. Она регулируется кулисочкой. Также до 56-го. То есть низ можем расслаблять. Можно у кого как, да, строение фигуры. Хорошая длина рукавов. Видите, такая красивая рубашечка. Тоже считаю, что она необычная, интересная модель. Также в двух цветах. Черный и молочка. Поэтому, девчонки, ждем заказов. Ну и вот наши новинки. Новинка, девчонки, смотрите, льняной костюмчик с рубашечкой. Очень хорошее качество. Хлопок 100%. Вот самый настоящий лен. И эта моделечка у нас вот этот беж. У нас есть расцветочки. Смотрите, темная пудра, черный, синий, сочный, зеленый. Для хлопка, считаю, очень яркие, хорошие расцветки. И, конечно же, кепельно-белый. Принты у нас родные. Никуда это не денется, не смоется. По поводу опта звоните. Все есть еще в наличии. Брючки, смотрите, очень удобная, хорошая посадка. Глубокие карманчики. Посмотрите, в принципе, как сидит это. Но до 52 не больше, поэтому будет потом впритык. Я немножко подвернула, хорошая длина, у меня 1,69 м. Многие говорят, короткий, нет, очень хорошая длина. По поводу заказа звоните, штучно 5500, на опт есть. Девчонки, хочу вам показать вот такую вот модельку. Это новиночка, рубашечная ткань. Смотрите, все очень красиво. Она не просвечивается, ее можно как курточку. Сейчас я надела как рубашку. Соединила с этими брючками, кто не видел. 3500 штучно. Они у нас в двух цветах. Вот, смотрите, на мне беленький, тут стразики. И есть еще в черном. Эта штучка, вот она, у нас только в черном. До 56, очень интересная. Здесь хлопок. Дальше получили вот такие мантии, накидки, как для пышных, так и для стройных. То есть и на высокую, и на стройненькую, и на худенькую, и на низенькую подходит для всех. 3500 штучно. На опт также есть. А есть у нас еще вот такая вот красивая ветровочка, смотрите. Такой же крой, как на мне, стиль, но уже просвечивается хорошо на футболке. Симпатичная. Здесь вот капюшончик. Можно ей прикрываться, можно носить отдельно. То есть, как самостоятельную вещь. Вот такую вот получили. Тут уже рукавчик короткий. То есть, футболочка на замке. Можно под маечку, которая на лямочках. Тоже будет очень интересно. Здесь уже тонкий шелк. Модель не стретчевая, хлопковая. Все эти штучки 3500 у нас в розницу. И вот такую вот заказали. Тоже короткий рукав. На лето вообще прелесть. Те, кто вот бывает стесняются, где-то у них места выходят интересные. Вот, очень хорошо скрывает. Она прозрачная, девушки, красивая, 3500. Очень мне понравилась вот эта модель. Вышита вся цветами, здесь все вышивка, не аппликации. Как на мне, спорт вариант, и она в двух. И можно как классику, здесь уже манжет без всяких резинчатых манжетов. Только вот такая вот аккуратная. Сделано вот на ручках. Смотрите, резиночка. Ничего лишнего. Тоже 3500. И она у нас еще в беленьком. Многие любят беленькое. Беленькое смотрится очень красиво. Чистенько, опрятно. И следующая у нас есть вот такая вот. Смотрите, интересная также модель рубашечки. На замке ее так называю. Рукав также приспущенный, но не удлиненный. Она у нас в двух вариантах. Беленький. Покажу в сравнении. Но чем отличается? Тут уже как курточка. То есть вот такой вот хороший, красивый размер. И газеточка. Газеточка у нас есть темненькая, беленькая. Опять же, отличие футболочкой. И газетка с длинным рукавом. Но газетка у нас также есть с коротким рукавом. Поэтому, девчонки, по поводу розницы 3500. На опт они у нас есть. Звоните мне, пишите. Быстренько соберем заказы. Хочу вам показать, девчонки, нашу новую коллекцию футболочек летних. Надела одну на себя. Также у нас есть джинсы. Джинсы тоже тонюськие, очень хорошие. Они у нас в расцветках, вариантах. Начнем с футболок. На мне вот такая вот с девочкой. И вот такие у нее расцветочки. Штучно такая. У нас будет 2500. По вопросам опта, конечно, обращайтесь. Хочу вам показать вот такие вот цветочки. Смотрите, какая красота.
И она у нас в цветах. Очень приятный хлопок, 100%. К телу, могу сказать, это кайф. На лето, в жаркую погоду, поэтому не буду сильно, девчонки, затягивать. Просто вам буду показывать модельки, расцветки, чтобы вы понимали вообще, что у нас есть сегодня. И все выставила в Телеграм. Для тех, кто с нами хочет посотрудничать, пожалуйста, присоединяйтесь. Там вы все увидите, все показала, все рассказала. Имею в виду, фото сделала каждой модельки. Те модели были до 52, вот такие получили до 54. Смотрите, хороший размер. Она как на худенькую девушку, так и на полненькую подойдет до 54. И у них еще есть один вариант в полосочку. Вот этот Миша, покажу вам. Вот, смотрите, очень такой интересный. К любым джинсам подойдет хорошо. В следующем я вам хочу показать вот такого плана модельки. Они уже немножко другие. Вот так это будет выглядеть. То есть футболки, девчонки, у нас 100% хлопок. Отсюда я вам покажу капюшоны. С капюшонами есть. Смотрите, какие цветочки и разные расцветки. Говорю, кто хочет посмотреть, пожалуйста, переходите, сохраняйте номер телефона. И также есть еще вот такого плана. Покажу вам немного с капюшоном. Это уже вареный хлопок, но очень тонкий. До этого были поплотнее эти тоненькие-тоненькие. Размеры также до 52. И вот так вот я вам покажу еще вот с вот таким вот принтом. Тут вот такие пуговки эти китайские. Все красиво подходит не только, девушки, к примеру, к тем джинсам, в которых я нахожусь. Ну и брючки есть у нас вот такие с цветочками. Видите, какой можно собрать образ. К те, кто оптовики не может приехать, у нас вот есть такое вот приспособление, камера. Мы включаем камеру, и мы работаем онлайн. То есть мы можем поработать по джинсам, по футболкам, по платьям, все показать и собираем так заказы. Ну а те, кто могут прилететь, добро пожаловать, девушки, мы здесь можем вам подобрать. И еще вот такая вот ткань, очень приятная, немножечко другие футболочки. То есть все лето, все тоненькое, штучно 2500 на опт у нас имеется. Мы, девушки, все можем эти образы соединять с нашими интересными курточками. Они у нас есть как в костюмах, так и без. Кто у нас креативные дамы? Смотрите, не прелесть ли? Какой интересный, сочный получается образ. Тут у нас джинса плюс вот такая вот вязка. Это даже гобелен, правильно назвать эту ткань. Есть к этой куртке джинсы, но можно и отдельно. Полностью комплект стоит 10 тысяч, штучно у нас курточка стоит 5 тысяч. И такого плана курток у нас есть большое множество, где вы можете посмотреть расцветки. Я вам сейчас покажу немного из них. Допустим, вот такая вот, вот такая. Есть попроще, поспокойнее. Грязная такая варенка. Девушки, тут размеры до 52. И хочу вам показать интереснейшую нашу куртку. Ее можно как отдельно, так и костюмом. Размер вместе с костюмом до 58 полного. Сейчас я вам покажу курточку. И посмотрите на брюки. Вот такой вот тут интересный дизайн. Накладные карманы. Тут на клепочках. Кто хочет, можно перешить. Смотрите. Такой интересный образ. Пышные дамы и девчонки постройнее могут приобрести себе такую куртку. Штучно она стоит 5000. И к ней вот такие вот брюки. Те, кто в теме, они меня поймут, насколько это красиво, насколько это интересно. Поэтому, девчоночки, жду заказов. Ну что, девчонки, как же не показать наше платье? Допустим. Вот такое вот у нас красивое, до полного 52, и оно у нас в расцветочках. Три у нас очень красивых цвета. Девчонки, Кавказ очень такое любят. Хорошая длина, свободная по бедрам. Вот, ткань не плотная, очень комфортная. Цена штучно на длинную рукав 4000, девушки. На опт, конечно, эти модели есть. Горошек, девчоночки, получили на повторе. Длинный рукав не исключаем, потому что он, как всегда, актуален. Затем у нас вот такие вот расцветочки платьев. Те, кто за мной следит, смотрит в Телеграме, как я надеваю, показываю. Ну, а те, кто новенькие,
обратите внимание, очень хорошие модели, все ткани натуральные. Здесь кругом хлопок. Еще хочу показать вот такую модельку. Буквально вчера или позавчера я их показывала все на себе. Очень смотрится интересно и насколько приятная ткань к телу. Девушки, советую. Хорошая моделька. Очень комфортно. Здесь, смотрите, подклад сбоку завязки. То есть все закрыто, все хорошо. Хочу предложить вам вот такую вот еще моделечку. Это уже Танюськи. Тонкие-тонкие. Кто любит закрытые ручки. Вот здесь все расстегивается. Расцветочки, девушки. Тоненькая-тоненькая ткань. Очень подходящая для лета. Следующую моделью хочу вам показать. Я ее надевала. Сидит красиво. И вот это кружево добавляет весь шарм платью. Они у нас, смотрите, серый, оранжевый, вот такой вот коричневый и как бы зеленоватый цвет. Все красивые. Штучная такая модель 3500. Она немного полегче, покороче. Вот, еще вам не показала вот эту вот красоту. Вот так, вот так вот. Смотрите, все платья, девушки, по-своему очень интересны. Все расцветки представлены в Телеграме. Поэтому добавляйтесь. Следующая моделечка, хочу вам показать вот такого плана и вот такого. Тоже красивые платья и, конечно, цвета. И покажу вам по летним. Летние у нас вот такие модели. Каждая показывала на себе, насколько они красивые, насколько они интересные. Смотрите, расцветки. Платья очень легкие, очень хороши по-своему. Здесь, смотрите, покажу поближе. Затягивается в талии на распуск до полного 52. Тонкий хлопок. На жаркие регионы очень хорошо. И смотрится красиво. Штучно летние. Также короткий рукав 3500. По платьям, девчонки, у нас ожидаются обновления. Новые моделечки. И, конечно же, сарафаны получили на повтор. Я их скомбинировала с нашими шифоновыми кофточками. Смотрите. Это можно так, затем вот так вот. И, конечно, все продается отдельно. Комплект у нас стоит кофта 2500, сарафан стоит штучно 3000. Вот такой вот можно собрать себе красивый комплект. На опт это все имеется, девушки. Ждем заказов. Девушки, ну как же не показать наши очень красивые и стильные костюмы. Тут ткань. Лен, размер у нас до 54-го, очень хорошие просторные брючки. Сегодня я надела на себя шоколад. Эти костюмы мы снова повторили. В данном случае у нас остался шоколад, как на мне. Вот такой вот терракот. Затем зелененький. Зелененький остался один, девушки, успейте заказать. Очень хороший цвет, богатый. Черненький и, конечно же, вот такой вот светлый. Цена штучно 5500. По поводу опта обращайтесь. Кроме зеленого, все расцветки есть. И эти модели на повторе у нас. И еще я вам хочу показать. Такого же кроя у нас вот такие вот костюмы. То же самое, только уже изменен немножечко дизайн. Видите, на ручках у них, на рукавах. Немножечко вставка. Между собой ткани, цвета меняются. Такой же крой, такой же размер. Поэтому смотрите, заказывайте. Очень стильные рестораны, дни рождения, выпускные. Просто встреча одноклассников. Очень можно выглядеть хорошо, стильно и недорого. Внутри у меня вот такая вот блузка. Блузки у нас тоже представлены, они разных вариантов. Наталья, попрошу вас вот по верхней витрине показать их разнообразие. Посмотрите, девушки, штучно такие блузочки у нас 3500. Ткань тут шифон, она тоненькая, очень легкая, и поэтому она подойдет как к юбочкам, так и к пиджакам эта блузка. Также можете обратиться, Светлана, давайте поработаем или покажите. Некоторые делают скрины, когда Наталья показывает. В общем, девушки, что я вам хочу показать еще. У нас большое количество, большой выбор костюмов. Вот, к примеру, один из них. Этот костюм с бриджами. Сейчас показываю кофточку. И вот внутри вот такие вот брючки. Эти модели у нас в расцветках. Видите, тут бирюза есть, и розовый, и горчичка.
и светленькие, вот они разные. Эти костюмы штучно у нас 5500. Дальше, что вам хочу показать. Очень красивый костюм. Обращу внимание именно женщины, которые в возрасте. Красиво сидит. Тут такие полубананчики брючки. Не сильно узкие, не сильно широкие. И хорошая рубашка. Здесь ткань уже хлопок. Покажу вам брючки. Размер до полного 52. Очень хорошие костюмы. И оптовики, обратите внимание. Видите, хорошие классические брючки. В трех цветах. Черный, вот такой вот зелененький и светлый. Затем у нас есть вот такие муслиновые костюмы. Девушки с юбками. Очень красивые. В тот раз я надевала. Те, кто впервые нас видят, обратите внимание. Мы их сейчас уже привезли на повторе. Смотрите, расцветки. Очень красивые модельки. Тут также пиджачок можно расстегнуть, надеть вовнутрь или маечку, или такую же блузочку. И еще цвета. Цвета у нас также есть. Вот такой вот красненький, даже с вишней что-то. И зеленый. Цена костюмов 5500 штучно. На опт, конечно, есть. Еще я вам хочу показать, девушки. У нас есть вот такие вот костюмы с брюками. Тут уже другой пиджак. Обратите внимание. И такая же модель у нас есть с юбкой. С юбкой покажу, в чем у них разница. Пиджачок одинаковый. Хороший цвет лайм. Но тут уже юбочка. В этом году, не знаю как, в том году работали очень актуальные юбки. Они очень красиво сидят, очень интересные. Полная длина до полного 52. Также я вам хочу показать наши новые костюмы марлю. Обратите внимание, сидит красиво. Футболка до 52, кофта с капюшоном. Марля не просвечивается, она у нас в расцветках. Кого заинтересует, девушки, можете мне написать. Также мы отпускаем оптом и в розницу. И хочу вам сказать заключительные слова, девушки, и также показать нашу витрину. Там, где я не успела рассказать, возможно, вы сделаете скрины. Хочу вам как бы сказать, что мы больше оптовый павильон, чем розничный. Поэтому оптовики, активируйтесь и приезжайте к нам. Пишите мне, будем работать. У нас большое количество рубашек, всяких джинсовых курток, брючек. Очень всего много, и поскольку мы прямой оптовый производитель, мы сюда возим напрямую, работаем с фабриками, у нас очень хорошие цены. Приглашаю вас в наш павильон работать с нами. Также всем спасибо за просмотр, за приятные комментарии. Те, кто со мной не знаком, всем здравствуйте, всем добро пожаловать в наш магазин. Мы 21-120, линия Садовод. В общем, всем легких продаж, всем хорошего бизнеса и, конечно, здоровья. И спасибо за просмотр.